Доброго времени суток, всем добро пожаловать на мой канал. Сегодня я спешу поделиться с вами моими покупками за вот эти выходные праздничные дни. За 2 дня покупки будет фикс прайс, потом покупки мыла и тут крем для рук и ногтей в монетке, это вчера было, сегодня фикс прайс. И пришел мне заказ Faberlic, я сразу все в одном видео покажу. И покупка нового телефона. Наконец-то я себе приобрела новый телефон. Ну, давайте, наверное, начнем. Покажу телефон и потом дальше уже поедем по магазинам. Так, в общем, приобрела я себе вот такой телефон. Xiaomi Mi 8 Lite. Вот коробочка. Здесь, как обычно, все аксессуары. Был чехол в подарок, шел силиконовый, как сейчас вот и мужа у меня шел, сразу был. Ну все здесь вот, как бы. Все, зарядник у меня заряжается сейчас. Сейчас я покажу, конечно, сам телефон, он у меня стоит заряжается, но я вам его покажу, конечно же. Так. Он красивый, достаточно такой цвет. Переливается в ролике, там слушали мы, ну, как бы идет характеристика этого телефона. Он уже чехол мы одели, конечно, немножко здесь будет он чуть-чуть, конечно, залапанный, потому что все глянцевое, все прям тут же остается. Стараюсь просто руки в креме, стараюсь аккуратнее взять. Ну, в общем, вот такой телефон. Он прям зеркальный, и здесь он как голубоватый уходит в такой розово-фиолетовый, вот переходящий цвет. Ну, в общем, мне он очень-очень-очень понравился. Вот такой телефон. Ну, включить, в принципе, можно показать, включить. Так, сейчас код введу. Код. Тут и нажатием пальца можно, вот как вы видите, тут пальцы, разблокировка. Вот меню. Все как обычно. Я еще постепенно устанавливаю себе. Здесь все разбираюсь с ним. Ну, вот, в общем. Мне он понравился. Вот. Выбрала, наконец-то себе сменила телефон. Был у меня очень старенький Samsung уже. Еле-еле у меня просто, можно сказать, без зарядки вообще не работает. Вот такие дела. Приобрела себе новинку. Так, да, я не сказала же самое главное, сколько стоимость. А, вот же у меня чек уже запуталась. Телефон мне обошелся в 16 990 рублей. Вот. Чек. В общем, вот стоимость телефона была. Мы к нему в подарок это мы брали в ультроники, в подарок ничего не шло. В связном я что-то себе ничего не присмотрела. Вот, приобрели в ультроники. Так. Ну, давайте пойдем, наверное, в монетки, что я... Хотя нет, давайте фикс прайс, а потом приду на монетку. Фикс прайс сегодня, как обычно, купили папе туалетную бумагу. Я пошуршу немножко, потому что все в пакетах я не доставала. Также был, наконец-то у нас журнальчик, каталог появился. Вообще ни разу. Были тоненькие брошюрки. Дочери купили наклейки. Она берет всякие разные мальчишеские, девчачьи, детские, пиратский остров. Вот здесь 5 листов будет сегодня клеить. Так, вот такие наклейки мы взяли. Сейчас покажу. И прям там несколько было наклеек она выбрала. Конечно, там очень много сегодня завоз такой большой этих наклеек. У нее разбегались глаза. Вот такие взяла она наклеечки. Вот эти вот как 3D объемные с ананасиками. И вот, она там хотела с кувшинами, но там всего 4 кувшина взяла. Вот такие они вот тоже как 3D объемные, красивые. Вот она альбом прям целый взяла, как вот альбом и туда в него вклеивает. Вот новое увлечение, пусть ребенку нравится. Так, затем вот такого прокладки, как обычно.
гигиенические средства. Затем я себе купила вот такую жидкость для снятия лака. У меня уже заканчивается. Осталось, наверное, один раз снять. Восстанавливающая. Она мне нравится, что она хорошо снимает стойкие лаки, глиттеры и лаков с гелевым эффектом. Интенсивное восстановление. Масло сладкого миндаля, масло сои, экстракт витамина Е. Я уже брала, мне нравится. Не знаю, кто-то девушка говорил, что не нравится. Но, по крайней мере, снимает вот эти все лаки лучше, чем все остальные. Здесь объем 250 миллилитров. Мне нравится, 55 рублей. Я потом стоимость всего скажу. Вот, в общем-то, это жидкость. Так, затем, ну, такие вот макароны опять мы взяли изделия. Паста Collection, которую мы всегда берем. Вот такие взяли, две пачки. Так, ну и спагетти я уже их сварила. Вот тоже этой же паста Collection, две пачки. Беру уже бумажку, не буду. Так, затем я уже возле кассы себе приобрела вот такую маску. У меня были две других, я в прошлый раз брала. Вот такой у меня не было. Это идет коллаген. Маска с коллагеном и гиалуроновой кислотой для лица на тканевой основе, эластичности, коррекция овала лица. Я еще там смотрела, были эмульсии, вот эти идут, тоже очень хорошие. Была очищающая, дочки вот потом возьму. А себе также идет, да, подтягивающая, как бы вот, от, ну, как про, от старения омолаживающая, вот тоже нужно будет взять, потому что те эмульсии хвалили. В общем, вот такую маску взяла, у меня еще такой не было. Так, затем... Давайте перейдем уже. Я взяла. Теперь я решила коллекционировать мыло, начала. Вот. И хотела купить себе контейнер прозрачный, большой, в фикс-прайсе. И совсем забыла. Посмотреть, во-первых, выбрать. Потому что муж сказал, не видно. В ванной я в корзинку поставила, которую мне вот Ирина шкатулку подарила. Там как бы все красиво, да, и она смотрится вообще классно. Но мыло не видно. И муж говорит, что было видно, надо прозрачный контейнер купить. Ну, пока пусть так лежит, но уже все это, этого сундучка мне мало будет. В связи с покупками за 2 дня. Ну, хотя нет, вот сейчас войдут и все, надо будет все-таки контейнер покупать. В общем, в фикс-прайс я приобрела вот такое корейское мыло. Я давно на него смотрела. С ягодами оса и церамидами. Мыло тонизирующее. У меня как бы коллекция, но постепенно мы будем где-то пользоваться. Которые уже будут повторно эти. 99 рублей, как вы видите. Так, давайте так поставлю. Затем еще взяла вот такое мыло плюс лосьон. Аромат граната с лосьоном для тела. Ухаживающее крем-мыло Фа. Ну, пахнет оно вообще, конечно, запах прям из коробочки. Вот. Ручку мыла такой. Я вам мыльца буду некоторые показывать, потому что я с монетки распечатала, уже вчера не удержалась понюхать. Вот это, смотрите, темное какое-то идет с вкраплениями, мешочки. Пахнет тоже очень приятно. Еще вот Магнит Косметик продают корейские мыло. Хочу вот тоже их там купить. В общем, вот такие два мыльца еще. Это вот все фикс прайс мы купили. Да, все по фикс прайсу, все. Сейчас я цены назову. Быстренько, да. Так. Маска для лица 51 рубль. Туалетное мыло. Вот это 27,50. Это 99. Набор наклеек по 51 рублю все. Макаронные спирали 25,50. Туалетная бумага 99. Спагетти тоже 25,50. Ну, все, наклейки все по 51. Прокладки было 7 штук 55 рублей. Жидкость для снятия лака 55 рублей. Итого чек на 698 рублей 50 копеек. Там у меня баллы еще копятся. Я снимать не стала. Пока оставила. Ну, вот еще две покупки. Будет у меня в 2 раза больше баллов за 4-ю. Ну, вот сейчас у меня 143 балла, еще и получила 34 балла. Пусть пока купится. В следующий раз, может быть, вот поеду как раз контейнер брать и обменяю эти баллы. Так, ну давайте дальше. Теперь я покажу, что я купила в магазине «Монетка» вчера. Ну, купила я дочери вот такой вот крем для рук и ногтей. Масло авокадо и оливы, увлажнение и питание. Здесь объем 75 миллилитров. Хороший такой. Приятный запах. Ну, там этой же марки стоят гели для душа. Я еще вот не пробовала, не брала ни разу. Не знаю, как они, какие, не могу сказать. Давайте, наверное, мыльце вот так поставим, чтобы все у нас тут входило. Да. Так, затем
Там же в Монетке я приобрела вот такое мыло хозяйственное жидкое 72%, 500 миллилитров. Ой, так, да, это мыло же я уже вам показывала. Да, мыло не надо. Извиняюсь, я уже запуталась, сколько набирала. Да, хозяйственное это было до этого. Так, давайте, вот мыло банное с ароматом хвои. Новое мыло. Я его, конечно, распечатала, но потом заклею сейчас после ролика. Вот такой вот кусочек, большой, 200 грамм. Запах, да, легкий такой хвойный. Я думала, будет сильнее. Они там по акции идут. Я прикупила. Это идет специально для торговой сети Монетка. Производитель ООО «Меридиан», Краснодарский край. Вот. Мыло банное с ароматом хвои. Цену я тоже все скажу. Сейчас как все покажу. В общем, вот такое мыльце. Затем еще мыло детское, тоже 200-граммовое, с экстрактом череды на основе натуральных масел. Я приобрела тоже вот большое, но я все заклею. И кусочек такой вот прям, как видите, мишка здесь, вот если видно, да, мишутка. Но он такой прям, вот, как настоящий, как глицерин, вот это все есть. Как раньше было мыло. Вот. Так, затем еще вот такое вот мыло туалетное. Аромат знакомый с детства, земляника. Я вот брала с жасмином и вот взяла с земляникой еще. Тоже запах такой нежный-нежный, не сильный, но приятный. Вот этот знак, мыльце. Жиркомбинат этого мылового. В общем, вот коллекцию решила собирать, и муж вроде как у меня не против. Так, здесь у нас идет сколько грамм? 90 грамм кусочек. Ну, тоже поменьше, конечно, но не совсем маленький, скажем так. Вот. Даже не знаю, куда его, чтобы все видно было. Ладно, пусть так будет. Так, давайте я цену вам скажу тогда. Там мы еще продукты брали, это я ничего. Я решила вот объединить ролики, чтобы побольше было. Мыло туалетное банное, вот с хвоей 200 грамм. 24,90 всего, вообще скидка, конечно, была. Мыло туалетная земляника 90 грамм, 19,90. Так, и сейчас еще найду мыло. Мыло туалетное детское 200 грамм, 24,90. Ну вот, вообще, конечно, цены просто порадовали. Монетки у них у нас, кстати, частенько и продукция бывает, какой нет в других магазинах, и акции постоянно разные. Так. Теперь давайте все по магазинам. Все, сегодня вот у меня дочка сбегала, прям буквально 2 часа назад получила заказ по Берлик. Уже все сразу вам покажу. Так, ну как обычно, печатная продукция. Ну какая каталоги? Вот, 3 каталога у меня новых следующих будет. Так, давайте положим, чтобы все видно. И заказ был небольшой, поэтому я отдельно не стала делать. Заказала себе вот такой водный спрей-свежитель воздуха антитабак, потому что муж у меня курит в ванной, и вот за запах я даже не ожидала. Он, да, и цитрусовый, в то же время какой-то цветочный. Очень нам понравился, даже мужу самому понравился. Вот. Поэтому я его заказала и довольно не пожалела. Очень хороший запах. Так, давайте дальше. Также я заказала себе вот такую кисть для консилера, потому что я посмотрела в роликах у блогеров, у девочек. Бывает, что консилер плохо накладывается на лицо, и вот эти мелкие мимические морщинки еще сильнее проявляются. И вот я не помню, кто из девочек-блогеров посоветовал, что вот именно вот специальная кисточка, но правда она там показывала кисточку от Avon для консилера. Все, она справляется на ура, никаких, вот именно кисточкой наносит. Она пробовала и пальцем, и по-всякому, и спонжиками. Бесполезно, вот эти все морщины, конечно, мимические наши проявляются. А вот именно кистью специальной для консилера накладывается очень хорошо, и никаких, как бы, не выделяет морщинки. Ну, вот он был по акции Faberlic, я попробовала заказать в Faberlic'е. Посмотрим. Думаю, что понравится, все подойдет, как бы. Ну, лишним не будет. Так, затем я заказала вот такой вот, вот гель для душа, он как и пена для ванн. Тоже был по акции оранжевый Мехико, опунция и сочный апельсин. Очень такой вот, я еще, кстати, даже не открывала. Да, вкусный запах, нежный такой прям, и апельсин, и цветочки вот.
цветами прям нежный, все вот в меру как бы. Так, давайте дальше. Еще у меня, ну вот я себе заказала, там также подходят сроки годности, распродажа очень хорошая, очищающую маску для лица, кислородный баланс. Аксиологи сейчас я открою, покажу вам ее. Ну, она 50 миллилитров. Вот это, я для этого брала другую маску, это тоже по акции. Вот этот раз заказала вторую. Ну, с дочкой быстро все используем. Очищающая она тоже будет. Также у меня заказали вот такое репейное масло. Восстановление и уход для всех типов волос. Репейник и красный перец. Объем 90 миллилитров. Ну, для укрепления волос, я думаю, очень хорошая вещь будет. Так, давайте вот так сюда поставим. Пусть все вместе уже стоит. Затем у меня заказали помаду. Вот она тоже, которая идет, выщелкивается в зеркальце. Сейчас я приоткрою. Пилочку не взяла. Сейчас ножичком подцеплю, чтобы не испортить. Это не моя, это у меня в заказе. Поэтому вот я все мечтаю себе тоже такую заказать, потому что с зеркальцем, да, вот там вот зеркало. Буду я показывать. И ну вот нажатием кнопочки тон, вот оттенок. Видно, нет. 40-0-35 отсвечивает, наверное. Вот, может быть, будет 40-0-35. Так, вот давайте. Ну, вот такой оттенок. Яркий, красный, но красивый. Это матовая. Там есть полуматовая, это матовая. Помада. Вот такая вот. Это все. Красота. Так. Коробочку делаю, все вместе поставлю уже. Да, все, пусть стоит. Так, помадка. Дальше заказали у меня еще вот такие универсальную очищающую полоску. Попробовать. Вот. Ну тут пакетики я заказала, чтобы заказы отдавать. Ну, большие вот эти вот средненькие пакетики. Тут 5 штучек вроде бы я заказала. Так, вот также дочери я заказала вот такой корректор у меня, потому что есть немножко другой корректор, ей понравился. Тоже подождалась, когда будет по акции, по хорошей. И заказала ей. Так, здесь тон 61-83. Не знаю, ловит, словит, нет. Наверное, покажет. 61-83. В общем, вот это дочке корректор будет. И пришли два пробничка духов. Ну, они вот как сейчас стали хорошо упаковывать в таких коробочках. Вот такая водичка. Надеюсь, будет видно. Там новая она, цветочная. Флюрет или как вот правильно. 34-141. Очень приятный запах цветочный. Мне понравился. И Рената. Тоже здесь. Здесь номера нет. Вот Рената я попробовать решила. Тоже, кстати, мужу моему сильно понравился. Говорит, такой вот как классические вот эти дорогие духи. Аромат, конечно. Но он уже, да, потяжелее. Не для молоденьких девочек, скажем так. Уже для нас, для женщин. Так. Ну, маска мне обошлась 70 рублей. Полоска очищающая 40. Кисть для консилера 129, репейное масло 149, пробники по 20, так, один по 25, Рената, другая вода, флюретты 15, помада 399, цветной корректор для лица 149, гель для душа оранжевый мягкий 99, ну, пакетики 5 рублей, один, водный спрей, освежитель воздуха, антитабак 99 рублей, был по акции, вот. Так что вот такой заказ был. Такие покупочки. Ну, самое главное, конечно, покупка. Это вот телефон. Xiaomi 8. Mi 8 Lite. Вот это все. У меня теперь есть хорошие телефоны для работы и для всего. Им можно будет и ролики затем снимать.
В общем, вот я с вами поделилась, и покупочки мыла новые у меня пополняется коллекция. Всего я довольна за эти дни, прям да, много-много всего нового и полезного для дома. Всем спасибо огромное за внимание. Если данный ролик вам был чем-то полезен или он вам понравился, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Очень рада всегда новым подписчикам, друзьям. Будем общаться. Пишите комментарии под видео, что вам понравилось. Может быть, чем-то вы пользовались, ваши отзывы, ваши комментарии, советы какие-то. Может быть, мне что-то посоветуете по данным средствам, всем, какие я здесь представила. Ваши отзывы. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, которые выходят на моем канале. Всем всего доброго, всех поздравляю с праздниками, с прошедшим 1 мая, с наступающими еще праздниками, 9 мая, но я надеюсь, до этого времени еще, может быть, хотя, не знаю, постараюсь успеть еще какой-нибудь ролик для вас снять. После 9 мая, конечно же, обязательно выложу наш праздничный салют, сниму, вам покажу. Ну, а так, всем всего доброго, до новых встреч, до новых видео на моем канале. Пишите, добавляйтесь, и будем общаться и дружить. До новых встреч. Пока-пока.